2 июля во дворце спорта Али Алиева города Каспийска стартовали соревнования по художественной гимнастике «Кубок Каспийского моря». В нем примет участие порядка 600 спортсменок со всей России. На данный момент участницы активно готовятся к первому отборочному дню и официальному открытию, которое состоится 3 июля. Готовлюсь хорошо, эмоции очень сложные соревнования, все больше страха, все больше стресса. Готовлюсь я уже, вообще в гимнастике 5 лет. Вот. Отметим, что в соревнованиях принимают участие спортсменки с 20 регионов России. Многие из них впервые становятся участниками такого масштабного турнира. В связи с этим подготовка девочек на высшем уровне, а эмоции на пределе. Мне очень нравится здесь заниматься, но сильная нагрузка. И мне нравится, какие здесь добрые люди. Все так хорошо, красиво. Все. Мне очень понравилось здесь работать, но сильная нагрузка идет. По словам тренеров, девочки ежегодно выбирают сложнейшие элементы для номеров и трепетно подходят к выбору музыки. Они ежедневно вкладывают все свои силы в подготовку, чтобы достичь цели. Самый сложный элемент – это обратный переворот, три вертолета. Там, короче, такой риск, где ногами надо поймать. Очень сложно. Самый сложный вид – это обруч. Я готовлю обруч, головы, мяч и беспредметные упражнения. В обруче сложно изменили программу и добавили много сложных элементов. Но я стараюсь, чтобы они у меня получались. И такая же ситуация в мяче. Я готовлю обруч, мяч, булавы и ленту. У меня сложные программы, и я стараюсь их отработать так, чтобы было все без потерь. Сейчас мы готовимся с тренером, и все до лучшего состояния доводим. Организован турнир Федерации художественной гимнастики России и Дагестана. Проходить он будет со 2 по 9 июля.